В рамках данного проекта мы проводили обучение как для специалистов лаборатории, так и для специалистов инспекции в проведении тех или иных мероприятий, что в свою очередь повысило потенциал нашей службы. Также благодаря этому проекту мы смогли более плотно общаться с нашими партнерами в международной торговле. На что я хочу обратить внимание, во время проекта были подняты ряд проблемных вопросов, которые, я думаю, в будущем будут решаться. Это и базы данных, которые необходимы при сборе информации о распространении вредных организмов, это и электронная сертификация. Все эти вопросы были затронуты и рассмотрены во время нашего проекта. Я думаю, что в ближайшее время они найдут свое продолжение и свой логичный итог в нашей совместной работе с FAO.